На Космическом проспекте Омска будет ходить космический троллейбус. Транспорт уже расписали и выпустили в рейс. Обслуживать он будет 3 и 15 маршруты. Организаторы решили подчеркнуть роль Омска в освоении космоса и организовали конкурс эскизов. Победила работа Никиты Абрамова. С разрешения мэрии использовали обычный троллейбус, краску и другие материалы купили на пожертвование. На воплощение задумки ушло несколько месяцев. Во время первого рейса случайным пассажирам прочитали несколько лекций о космосе. В будущем их планируют транслировать постоянно по громкой связи. Изображен космос, причем с некоторыми силуэтами Омска, то есть там изображен музыкальный театр с такой перспективой на будущее, как будто космодром. То здесь важно не только взять из интернета картинки и наложить их, а придумать саму концепцию, расставить, чтобы все это было гармонично, правильно по цветам и по композиции.